Сайхылы ватандашлар, байяйының башында біз енді сөз берген, енді сөзін тұтмаға вақты келді. Демек, бүгін әрше енді япылды, яйынымыздың соңын яқынлаша, билетлеріні енді керек олғаны көбі сеслендірдік, сұралымыздың жауабымыздың да алдық. Девам етерек, бүгін өле әжайы бір байрам. Шымды сізге айрыжа оны оқымаға істердім. Халқара итифақдашларының ақларының қорчалап күні. День защиты прав потребителя. Я не русский айтсақ, день защиты прав потребителя. Ведь достар бізім яйнымыз, бізім телеканалымыз боле фукырге келді. Бупек муим мевзу, вебу мевзуны ачықламақ, бізім насыл ақларымыз бар, ве насылдар біз озымызны хорчаламаға керекміз. Бу мевзуны ачықламақ мақсадыне бізім студиямызда мутиқас, адлейджі Диана ханум Иномова. Ве бүгін о бізім бұтын суалемізге жевап бережек. Селям алейкум, Диана ханым, са ваш эфирлеріңіз қайырлы олсын. Сізге де шайылсын, сағылыңыз. Сабаныз насыл башланды? Как начинается утро юриста? Бодро, с чашки кофе, работа. Такое утро. Хорошо, сегодня необычный день. Повод вообще интересный такой, день защиты прав потребителя. Вообще хотелось бы узнать более подробно, что оно в себя включает. Этот день, этот, может быть, праздник его назовем. Ну, сказать, что это праздник, конечно, это, наверное, неправильно, потому что защита прав потребителей регламентируется... День защиты детей же тоже это праздник. День защиты детей, да. Возможно, кто-то отнесется к этому дню как к празднику, кто-то к данности, потому что мы все уже живем в правовом государстве, а правовое государство предусматривает защиту прав не только потребителей, своих граждан, получается, предоставляет определенные гарантии. И как основа совершения этих функций государство предусмотрело соответствующий регламент и порядок защиты прав потребителей. На территории Российской Федерации защита прав потребителей регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, но наиболее всесторонне данный вопрос регламентирован и освещен в законе о защите прав потребителей. На территории всей Российской Федерации компетентным органом, занимающимся вопросом защиты прав потребителей, является Роспотребнадзор. Данный орган имеется в каждом регионе Российской Федерации, имеется соответствующий открытый сайт, доступ, интернет-вариант, куда при нарушении ваших законных интересов, либо при невозможности однозначно растолковать ситуацию, сложившуюся между покупателем и продавцом, покупатель имеет право обратиться с обращением и получить соответствующий ответ, консультацию. Вот. Если это вести речь конкретно, какие органы и как у нас регламентируется защита прав потребителей законодательно. Дальше мы можем непосредственно понять, вот, как защитить свои права конкретно, если мы, вот каждый из нас в своей повседневной жизни сталкивается с покупкой, приобретением товаров и услуг. Хорошо, если этот товар качественный, но бывают случаи, ведь когда мы приобретаем некачественный товар, имеющий дефекты, не соответствующий нормам, тогда как поступить нам, какие наши какие дальнейшие товары действия? Подлежат возврату все-таки, а какие нет? Какие товары подлежат возврату, какие товары, в какие сроки мы можем обменять. Некачественный товар можно обменять в любом случае. И на протяжении гарантийного срока, и по истечению гарантийного срока. И сразу же, потому что он подпадает под понятие некачественного товара. То есть товара, не соответствующим заявленным характеристикам, нормам и требованиям, которые предоставляются государством. Если вести речь о возврате, либо обмене товара надлежащего качества, то существует перечень и группа товаров, которые невозможно обменять и вернуть, если они соответствуют нормам, они являются надлежащего качества, потому что постановлением правительства Российской Федерации утвержден перечень таких товаров. Это товары для лечения и профилактики в домашних условиях, то есть средства личной гигиены. Это товары мебельные и гарнитура. Это товары ювелирных изделий, автомобили, мотоциклы. Мотоциклы и другая иная прочая техника, транспортная техника. Это также товары, отпускаемые метражом, образно говорю. Например, это ткань, хлопчатобумажная, льняная, шелковая. Это строительные материалы, например, линолеум. Это тоже метражные соответствующие товары.
Но необходимо заметить, речь ведется о невозможности возврата, если, конечно, данный товар качественный. Угу. Если данный товар некачественный, вы пришли домой, купили там 10 метров линолеума, пришли домой, ага, увидели дома, уже обнаружили, ага, дефект, ага, не совпадает рисунок. В этом случае, в соответствии с законом о защите прав потребителей, статье 25, вы имеете право прийти в тот магазин, либо непосредственно к представителю продавца, заявить требования, претензию об обнаруженном дефекте и затребовать замены товара, либо возврата денежных средств. Статьей 25 данного закона четко предусмотрены действия и права покупателя, которыми он может воспользоваться при обнаружении дефекта у товара. Например, это возврат, обмен товара, либо возврат товара и получение денежных, уплаченных денежных средств. Угу. Либо это возврат товара и обмен его на ту же модель, другую модель с определенной доплатой. Либо это непосредственно требование совершить ремонтные работы касательно данного товара. Угу. Либо компенсировать денежные средства, затраченные на совершенный ремонт. Но, опять-таки, для того, чтобы у продавца затребовать денежные средства, затраченные на ремонтные работы данного товара, недостаточно вашего этого требования. Вам необходимо будет предоставить соответствующий акт, экспертизу, что были обнаружены такие дефекты в данном товаре, что данный дефект не является нарушением правил эксплуатации данного товара. Они возникли в причину заводского брака, независимо от вас причин. Также необходимо будет предоставить стоимость, акт о выполненных работах, где указана стоимость, понесенные вами расходы. То есть прийти домой и вскрыть пломбы и самому попытаться починить товар является крайне неверным. Данный товар не будет подлежать ни возврату, ни обмену. Конечно. Лучше, если вы обнаружили дефект у товара, вернуться к этому же продавцу, показать данный дефект. Если продавец отказывается принять данный товар, обменять, всячески ссылается, что данный дефект возник не зависящим от него причинам, то тогда данный товар желательно направить на экспертизу. Согласно установленным 18 статьи данного закона, экспертизу за свой счет должен проводить продавец, если дефект возник не зависящим от вас причинам. То есть, если вы не нарушали правила эксплуатации, вы не сломали, не повредили данную вещь, то тогда экспертиза делается за счет продавца. Сроки экспертизы не должны превышать 45 дней. Но на практике мы сталкиваемся, что порой экспертиза длится и 3, и 4 месяца. Это неверно, это крайне неверно. Вы имеете право требовать от продавца, чтобы он в соответствующие сроки уведомил вас о времени, о месте проведения экспертизы, о результатах. Зрителям, конечно, я рекомендую обязательно являться в установленное время, в установленный день на проведение экспертизы. Почему? Для того, чтобы не возникло дальнейших разногласий, когда вы не согласны с заключением экспертизы. Потому что если вы не согласны с заключением экспертизы, вы уже затрачиваете собственные средства, обращаетесь в суд и доказываете свою правоту. Поэтому лучше, конечно... Диана Ханум, Бахшлали, добавлю, что касается продуктов продовольствия. То есть, если я купила, например, грубо говоря, молоко, принесла домой, чем-то оно мне не понравилось, могу ли я его вернуть? Что касается продовольствия. Нет, вернуть. Если продовольственный товар соответствует всем нормам, требованиям, не подлежит возврату, потому что это установлено прямо законодательством. Uh-huh. Если, конечно, вы приобрели молоко, оно было прокисшим, то есть не были соблюдены температурные режимы, условия хранения данного продукта, срок годности не истек при покупке данного товара, но вы пришли домой и обнаружили, что оно уже не соответствует требованиям, то есть оно прокисло, то тогда, конечно, вы имеете право вернуть данный товар в любой момент на протяжении срока его годности. Тогда такой вопрос появляется, в основном-то люди толком не жалуются, не возвращают товары, зачастую, вот вы говорили, экспертизы, это все, это очень долго, ведь оно затягивается, и люди зачастую, они просто вот не хотят лишнее время тратить на это все. Ваш совет, стоит ли людям все-таки заниматься этим, искать правду, да, на свою сторону ее перетягивать? Конечно. Например, вот приведем пример. Из жизни. Человек приобрел холодильник.
Данный холодильник новый. Он оплатил цену, установленную данным предприятием, данным магазином. Приходит домой. Данный товар имеет какие-то дефекты. Да, первый раз поход, возможно, неудачный будет в данное учреждение, данный магазин с требованием обменять или вернуть, потому что продавцы на сегодняшний день многие пользуются нюансами, имеющимися в законодательстве, пытаются трактовать их в своем понимании и всячески убеждают клиента, что он не прав в данной ситуации. Но представьте, починка, ремонт данного холодильника на сегодняшний день может обойтись не в малую сумму, от, например, образно говоря, от 2000 и десятками тысяч рублей, потому что техника на сегодняшний день достаточно дорогая. Поэтому я рекомендую зрителям не останавливаться. Если вы обратились к продавцу, он не признает свою вину, не возвращает вам денежные средства, не пытается обменять данный товар, вы подаете заявление либо претензию. Неважно, как будет называться ваш документ. Заявление, претензия. Главное в нем указать, кому обращена данная претензия, от кого она обращена, дату покупки, чек непосредственно. Обязательно сохраните гарантийный талон, в котором продавец берет на себя обязательство, что данный товар качествен, соответствует требованиям, и в сроках гарантийного указанной гарантии он эти обязательства должен выполнять. Поэтому рекомендую обратиться с данной претензией в течение 10 дней после получения данной претензии, продавец должен дать на нее обоснованный ответ. То есть, если он отказывается принять под роспись эту претензию, вы можете пойти в отделение почты, направить заказным с уведомлением данную претензию, либо данное заявление. В случаях, если продавец указывает, что необходима будет экспертиза для подтверждения дефектов товара, то, конечно же, у них это право есть, оно также предусмотрено законодательством. Нужно согласиться, единственное, уведомить продавца, что вы хотите присутствовать при экспертизе для того, чтобы получить верное заключение. В таком случае вы уже сможете, по крайней мере, реализовать свое право, продавец, получив заключение экспертизы, поняв, что на самом деле товар не соответствует требованиям, имеет дефекты, обязан будет по вашему уже требованию, то есть по вашему указанному в претензии либо заявлении требованию обменять, либо вернуть денежные средства, либо вы имеете право выбрать другой товар из той же категории с доплатой определенной покупной цены. Диана Ахановна, что касается книги жалоб, обязательно ли ее наличие, у кого нам ее требовать и что, нам, как нам действовать, если нам отказывают в предоставлении? Наличие книги жалобы обязательно. Это предусмотрено прямо в законе. Обязательно также наличие уголка потребителя. Книга жалоб обычно находится именно в уголке потребителя, там, где вы можете ознакомиться с информацией, какое предприятие, какая организация, магазин оказывает вам данную услугу по продаже данного товара. Отказ от предоставления книги жалоб является неправомерным. Вы можете обратиться в Роспотребнадзор, на официальный сайт, оставить свое обращение. Роспотребнадзор проведет соответствующую проверку, так как эта книга периодически проверяется Роспотребнадзором. То есть этим самым мы видим, какие, образно говоря, обращения граждан поступают в адрес данного предприятия, соблюдает ли продавец свои возложенные на него обязательства. Книгу можно запросить у продавца, если это речь идет о магазине. Если это речь идет о крупных торговых центрах, то менеджер, администратор, они обязаны вам указать, где находится данная книга, в которую вы можете внести свою запись. Диана Ханум, что касается интернет-покупок, мы знаем, что время не стоит на месте, развивается, и сейчас стало очень популярным заказывать вещи с интернета не только на пределах России, скажем так, а за пределами, на иностранных сайтах. Как мы защищены в таком случае, если, например, мне прислали, грубо говоря, разбитый телефон или поврежденную куртку, с кого у меня спрашивать, с отделения почты или все-таки с сайта, с которым я связывалась? Смотрите, с самого сайта, конечно, вы спросить не сможете. Ведь сайт не является продавцом, если это речь не идет об интернет-магазине. Ага. Иногда, например, если вы заказываете приобретение товара у определенного физического лица, который просто является участником данного интернет-магазина, например, это AliExpress, Taobao сайты, вот зарубежные сайты, то речь идет о споре, возникающем между
между продавцом и вами, но не интернет-магазином, потому что AliExpress, Taobao, они являются всего лишь объединяющими интернет-ресурсами этих продавцов данных товаров, услуг. Но при покупке товара через зарубежные сайты необходимо помнить, что Россия не является участником Гаагской конвенции, которая урегулировала споры, возникающие при международных покупках через интернет-сайты. И данные правоотношения будут также регулироваться согласно закону о защите прав потребителей. Но при этом вы должны доказать, что продавец не знал о том, что данный товар будет поставлен именно в Россию. Потому что, как я уже упомянула выше, Россия не является участником данной конвенции. Если вы приобрели некачественный товар через интернет-ресурс, через зарубежный сайт, образно говоря, то вы непосредственно точно так же просто через электронные ресурсы направляете претензию, заявление о обнаруженных вами недостатках, указываете дату поступления данного, если оно пришло почтовым отправлением, указываете платежное поручение, которое вы оплатили за данный товар, указываете записи, где внесены о категории товара, виде товара, и непосредственно дальше продавец рассматривает данный вопрос. Однако данные покупки наиболее незащищенные. Хотя данные покупки и регламентируются законом о защите прав потребителя, а именно статьей 26.1, но порой очень сложно доказать, что данный товар повредил не ты лично, что он был поврежден в период транспортировки, понимаете? Потому что, возможно, и продавец оказался честным гражданином, он отправил тебе, как вы спросили, качественный, хороший телефон, соответствующий всем нормам и требованиям. Но в период транспортировки он его упаковал, он его направил, транспортная организация при перевозке нарушила там порядок транспортировки и образовалась трещина на экране телефона. При получении через непосредственно почтовое отделение либо через курьерские службы вы не имеете возможность проверить, потому что вы изначально оплачиваете накладную за данный товар, получаете данный товар, и, как показывает практика, люди обычно раскрывают посылки и покупки дома. То есть не проверяет данный товар при свидетелях, при работнике. Вы советуете на месте? Конечно. Открыть. Например, вы получили данный товар, посылку, вы оплатили за него при свидетелях, при работниках почтового отделения либо курьерской службы. Вы вскрываете посылку, проверяете, что пришло. Если вы видите трещину, просите работника почты внести, либо курьера внести соответствующий, составить акт, внести данную запись. Вот тогда вы сможете доказать, что вы не разбили данный телефон, что вы его получили уже данным дефектом. У меня был случай, клиентка звонила, когда ей вместо посылки вообще пришел газобетон, кирпич, понимаете? Но она вскрыла эту посылку уже дома, было поздно. О. Свидетелей нет, работники почты не составляли акт. Как доказать? Практически данный спор невозможно доказать, и правоту, конечно, очень сложно отстоять в этом случае. Рекомендую проверять все на месте. Чохсалмуз, Диана Ханум, за ваши компетентные ответы. Я думаю, эта тема действительно является актуальной. Спасибо, что так широко открыли. Конечно, хотелось бы еще шире. К сожалению, наше время ограничено. В конце нашей беседы, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Конечно же, как юрист, прежде всего, и просто как наша соотечественница, как крымская татарка, как жительница Крыма. Как юрист, я нашим телезрителям хотела бы пожелать быть внимательнее при совершении любых операций, и покупок, и продажи, ознакомливаться конкретно с договорами, потому что мы часто, не читая договоров, будь то в мелком шрифте, в крупном шрифте, подписываем. Соответственно, мы соглашаемся с теми установленными правилами. Иногда защитить свои права будет достаточно сложно. Рекомендую быть внимательным. Желаю быть внимательным и реже попадать в ситуации, когда приходится обращаться к юристам за защитой прав потребителей либо по другим вопросам. А как соотечественник, я всем желаю мирного неба над головой, радости, хорошего и доброго утра, хорошего продолжения дня и прекрасного вечера. Чохсалм, Диана Ханум, сезон Дева Плара, ну зачем сезон Кейфу, ну зачем сезон Тебеси, ну зачем Чохсалм студия Мзгада Келинас, ве Кулернус Яхшигечсон. Сауна, Сызгеды Шайлсон. Сайхал Дослар, бы заседе вам и темы, с не в битек рубриках, я ваш танки чемы, с Фатиме, сенан рубриках, буйрамас, бахамас, кутуб.